Друзья, я вас приветствую на канале о сложном просто. Меня зовут Сергей. Я хочу сегодня сделать некоторые упражнения на тему организации шелла и плагинов. Ну, то есть на базе ASP.NET Core иногда требуется. Ну, наверное, сейчас реже, но тем не менее такая необходимость существует, когда есть одно главное приложение. Давайте я кликну на следующий слайд. Когда есть одно главное приложение, которое, в общем-то, является оболочкой для других маленьких модулей, так называемых плагинов, которые, в общем-то, работают по определенным правилам. Первое правило. Если говорить про shell, то оно звучит следующим образом. Умеет находить и загружать плагины, то есть это как бы то, что основное для shell требуется. Если оно не будет загружать плагины, понятное дело, оно и работать не сможет. Далее, умеет трансформировать UI, ну то есть в оболочке есть какое-то там меню, например, или какие-то формы. В общем, умеет трансформировать UI на основании загруженных данных, то есть те, которые были получены от плагинов. Умеет управлять доступом, то есть включать, выключать какие-то там меню-пункты или там методы, или еще что-то на базе, например, ролевой модели. Ну и также умеет более глубокое, если понимание делать плагинов, то умеет делать обмен между вот этими самыми плагинами на базе, там, допустим, ивентов или еще каких-то вариантов сообщений, вариантов типа. А плагины же, в свою очередь, должны уметь делать какую-то полезную работу, ну, собственно говоря, то, для чего они были придуманы. А умеет также понимать настройки доступа, которые shell им отдает вовнутрь. Ну и, собственно говоря, сами себя они должны уметь обновлять, соответственно, загружать. Ну, а также получать эти самые сообщения, которые были от shell и, в общем-то, от других плагинов, если они работают в каком-то цели. Это, так сказать, принципы работы, не обязательно их там целиком и полностью реализовывать, наверняка где-то что-то может не потребоваться, но тем не менее какой-то вот такой вот вариант сегодняшней упражнений, да, набор упражнений мы с вами проделаем на базе определенных Nugget-пакетов. Ну, вернее, на базе одного Nugget-пакета, который, в общем-то, немножко доработал, мне кажется, что это будет полезно. Давайте переключаться в Visual Studio. А вас я прошу подписаться на канал, чтобы не пропустить новое видео. Собственно, все, давайте переключаться и поехали. Предлагаю начать с того, что мы создадим простой, давайте покажу шаблон, обыкновенный шаблон ASP.NET Web Core API. Мы же будем говорить про Web API. И который превратим, собственно говоря, как раз в тот самый возможность подключения плагинов приложения. Вот, вот так. То есть, на самом деле, как вы понимаете, давайте я его запущу, чтобы удостовериться, что он работает и запускается. Он запускается и работает. Вы наверняка уже это делали не раз. Вот, оно запустилось. В общем, ничего сложного. Как бы создали шаблон. Поехали. Итак, первое, что мне нужно из этого приложения сделать, то приложение, которое сможет понимать такое понятие, как плагины. Для этого я ставлю один Nugget пакет, который называется ASP.NET Core App Definition. Я уже достаточно много про него говорил. И, собственно, здесь мне теперь нужно сделать следующее. Ну, во-первых, мне нужно создать папку Definitions. Давайте создаем Definitions. Как я обычно делаю. Ну и еще мне нужна будет папка, которая называется endpoints, в которой, соответственно, я буду складывать все endpoints, потому что это все-таки API. Ну и первым definition, так называемым, то есть я хочу собрать, смотрите, у меня сейчас в program files есть вот такой вот набор, и как только вы начинаете развивать свое приложение, добавлять какие-то Nugget-пакеты, какие-то сборки, какие-то настройки, этот файл увеличивается с геометрической прогрессией, и потом в нем достаточно сложно бывает иногда разобраться. И я делаю простым образом, я все, каждую настройку, каждый, так сказать, Nugget-пакет, его конфигурацию выкладываю в отдельный файл. Ну, в данном случае давайте я сделаю common какой-нибудь definition .c-sharp и положу его в definition. Ой, не положил, ну ладно. И, собственно говоря, common definition, да, давайте все-таки правильно назовем, apply refactoring, и здесь я его наследую от app definition.
Если нахожу правильную букву, нашел. И, собственно, что мне здесь нужно сделать? Мне нужно сделать... Ну, смотрите, здесь два, собственно говоря, таких места, которые... То есть вот создается билдер, а потом вот здесь вот создаются какие-то настройки, потом билдер превращается в app, и потом с app'ом есть какие-то настройки. То есть, грубо говоря, вот два места. Первое место у меня пойдет в app, ну, так называемый, да, давайте я прям напишу, выбирает. Configure services, я здесь ничего не сделаю, кроме как возьму вот это вот все, положу вот сюда, и, как видите, вообще почти ничего не изменилось. А вот это вот у меня уже пойдет, соответственно, в другое место. Это место будет тоже здесь, но уже в другом методе, который... Вот, собственно говоря, все. Почти что. Мне теперь осталось сделать следующее. В билдере сказать, что мы теперь будем использовать те самые definition. Add definitions. А в app, соответственно, нужно будет сделать use definitions. В общем-то, все, за исключением того, что мне сюда нужно указать type сборки, которая будет использоваться для загрузки этих definition. Ну, в моем случае это program. Забегая на будущее, я здесь могу через запятую добавить другие сборки, которые могут находиться, соответственно, в других, наверное, классах, nugget-пакетах или еще чем угодно. Ну, теоретически это вот будет работать таким образом. Далее, мне нужно проделать некоторые манипуляции с контроллером. Мне от него придется отказаться, я буду переходить в сторону Minimal API. На самом деле, очень интересная и полезная штука. И далее вы увидите почему. Ну, смотрите, во-первых, мне нужно здесь создать какой-нибудь... Так, давайте вместо WeatherCastController мы создадим новый WeatherCastEndpoint. Да, вот таким вот образом. И мне здесь нужно проделать те же самые манипуляции. Мне нужно сказать, что это app definition, то есть какое-то определение для моего приложения. Здесь у меня будет override application configuration. И здесь мне нужно сделать следующее. Ну, во-первых, давайте я заберу отсюда вот эту штуку. И мне нужно будет ее добавить, ну, например, сюда. Дальше мне нужно вот этот вот логер положить, собственно... Ну, смотрите, мне нужно задать как раз map get, и здесь у меня будет путь, здесь у меня запятая будет какой-то метод, я сейчас это проделаю, то есть я здесь буду задавать через minimal API, и на самом деле мне нужно просто скопировать то, что уже есть. Я сюда прокину app logger, здесь я сделаю Ctrl X и скажу, что у меня будет возвращаться вот это. Дальше, ну, name, ну, давайте name сделаем вот сюда. Это будет выглядеть вот таким вот образом. With name. Здесь будет вот так. Ну, давайте сразу допишем, чтобы здесь был with open API. Чтобы он работал должным образом. Ну, и здесь у меня есть контроллер, здесь у меня name API. Ну, webcast то же самое. Давайте вот здесь вот сделаем вот так и вот так. Теоретически я готов удалить контроллер вообще в принципе. И, ну вот, мне теперь здесь не контроллер нужен, а вот эта вот штука. В общем, ну и это, естественно, нужно тоже, почистить. Запускаем приложение. Отлично, у нас все как работало, так и работает. Давайте кликнем еще вот сюда, ну чудно, прям замечательно. Но помимо того, что у нас теперь приложение появилось, которое работает с дефинишенами, нет контроллеров, у нас подключен Web API, ну и все от него прелести, которые можно, собственно говоря, получить. Да, у нас тут логер не используется, ну давайте сюда что-нибудь залогируем, что ли, log information. Давайте скажем, что... Что-то у нас get weather forecast endpoint requested. Или requesting мы еще не выполнили. Давайте так многоточие типа еще выполняется. Ну, в общем, это суть рояля не играет. Мы сделали первую часть. Теперь вот этих вот дефинишенов. Ну, например, допустим, я захочу поставить какой-нибудь нугит пакет, например, автомаппер, или там, я не знаю, fluent validation. Мне нужно просто добавить
новый файл для каждого из них, в котором в нужный в override пропихнуть нужную информацию, то есть подключить fluid validation для сервиса, то есть в контейнер, ну или автомаппер, там какую-нибудь сборку, которая находит все эти мапперы и профили. В общем, суть сводится к тому, что у меня эндпоинты будут лежать в эндпоинтах и определены подобным образом, как показано сейчас здесь. Ну и, собственно, дефинишены будут лежать в своей каждой папке, если хотите, в котором будет, в смысле, в файле, в котором будет конкретно то, что нужно для того, чтобы этот NuGet-пакет, допустим, заработал. И таким образом, эти дефинишены можно перетаскивать из проекта в проект. В общем, поехали дальше. Смотрите, давайте я запущу это приложение и увидим, что на самом деле UI, который сейчас работает, он ничем не отличается от того, что было. Единственное, что и, на самом деле здесь не очень читабельный вид. Почему? Ну, потому что, допустим, если я не хочу больше ничего делать, я здесь сделаю debug основной режим, debug, запущу еще раз, и вот этот вот сборка AppDefinitions, она на самом деле показывает немножко более полезную информацию. Она говорит, что найдено вот definition 2, один из них endpoint, второй из них где-то здесь должен быть еще какой-то definition, command, а вот он definition, и что они подключены и находятся в сборке. В общем, на самом деле такая прикольная и полезная штука. Более того, давайте тогда уж сразу все точки над ее подставим. Смотрите, я создал проект, который был чистый, я показал, как его переделать, чтобы он стал таким. Но, в общем-то, я скажу сразу, что у меня здесь есть уже готовая сборка, даже не сборка, а проект, который автоматически создает вот именно вот такую вот раскладку в вашем проекте, если она, собственно, нужна. И давайте я вам покажу, в общем-то, вот этот NuGet-пакет. А, давайте тогда с самого начала сейчас покажу. Смотрите, для того, чтобы этот шаблон установить, нужно единственное, что сделать, где-то здесь вот, нужно написать следующую комбинацию .NET new install. Ну, в общем, вот вы видите, она вот таким вот образом, видите. Это вам установит для Visual Studio и для Rider в том числе, ну, в общем-то, вот этот вот плагин. Вот этот вот template, как это, шаблон проект. Если его запустить, ну, давайте я вот пока вот сюда его создам, неважно, то вы получите уже готовые definition, у которых уже вот есть common definition, как вы видите. Давайте это закроем. Есть endpoint, который я только что создал. В общем, это уже будет готово. Более того, здесь вот есть уже entity, который можно использовать. Я, кстати, забыл скопировать. Ну и, в общем, все это уже подключено. Более того, здесь установлен serialog. То есть, если я это запущу, как вы видите, там просто нужно создать новый проект и запустить, то на выходе я получу более детальную информацию вот в таком вот виде. То есть from program, есть common, есть две сборки, всего загружено, обе enabled. Ну и то самое, что я сейчас только что сделал, только в более такой, мне кажется, приглядной форме и гораздо быстрее. В общем-то, давайте я сейчас этот проект возьму за основу, и мы продолжим дальше. Итак, что я сделал? Я тот проект, который создал на ваших глазах, удалил, взял из шаблона, сделал новый проект, вот он на ваших экранах, в смысле, вот проект на ваших экранах, а вот, собственно говоря, ой, как она называется-то, сборка, которая позволяет установить этот шаблон. То есть вам нужно, не знаю, что в консоли, выполнить команду, которая вот написана, и к вам добавится новый проект, посмотреть список проектов, вот эта команда, ну и так далее, как добавить, удалить и все такое. Сразу скажу, что эта также штука появляется и в райдере, если вдруг вы пользуетесь им. Ссылка будет в описании, используйте на здоровье. Итак, первое, что нужно сделать, я создал папку плагин, с которой мы будем складывать те самые DLL-ки, то есть только DLL-ки, ни больше, ни меньше, никаких проектов, которые наш shell будет подгружать и использовать. Еще раз напоминаю, мы делаем web API, который модульно можно подгружать, и вот эти модули сейчас будем создавать.
Первый модуль, который я хочу создать, будет Library Type, то есть просто класс Library, который вообще не имеет теоретически UI, и мы сейчас из нее что-нибудь сделаем. Cowabunga, как я назвал, plugins. Ну, пусть будет Library. Вот такой вот какой-то вот... Не знаю, что здесь будет, давайте что-нибудь придумаем. Ну, для начала, первым делом мне, конечно же, нужно установить этот, собственно говоря, Nuget-пакет. Сейчас загрузится проект, мы его установим. Cowabunga app.net app definition, да, вот он, установить. Проект почти готов. Здесь нужно унаследоваться app. Definition. Ну, для начала давайте придумаем, что мы будем делать. Ну, например, давайте сделаем какой-нибудь сервис. Давайте какой-нибудь greeting сервис. Пусть это будет greeting сервис. И я его сделаю таким образом. Greeting сервис. Более того, я сделаю это интерфейсом, чтобы у меня все, кто хотел использовать этот сервис, могли его использовать где хотите. Так, и greeting service, ну пусть единственное, что он скажет, допустим, say hello какой-нибудь, я не знаю. Ну и, допустим, string будет username, ну вот какой-то вот такой. Теперь это мы сделаем derived type, я пытаюсь сделать это по-быстрому, если не хотите, перематывайте дальше, там будет более интересно. А здесь я сделаю просто реализацию. Ну, во-первых, куда мы будем делать say hello? Давайте сделаем say hello какой-нибудь... Давайте сюда подключим сборку, которая называется Microsoft Login Extension, то есть просто обыкновенный логер, который является абстракцией. Ну, нам ничего не помешает его сюда запендюрить. И для того, чтобы он заработал, давайте мы сделаем публичным, здесь сделаем ctor, здесь сделаем i. Логер, естественно, greeting сервис, логер, сделаем вот такую штуку, и здесь, в общем-то, ничего сложного нет, просто, кроме как сказать, log information, ну, давайте вот таким вот сделаем образом, hello, и имя того, кто нам, собственно говоря, user name, и сюда напишем user name. Ой, здесь вот это лишнее. Вот. То есть мы structure login такой использовали. И естественно, что нам нужно сделать return. Ну, давайте тогда, раз уж мы сделали var message равно. Давайте вот так сделаем, чтобы было. Раз уж мы сказали, что должны что-то вернуть, давайте чем-то вернем. String, format. Я это делаю специально вот так, чтобы потом так вот одной кнопкой превратить это все в interpolation. Да, и вот так это можно сделать, чтобы message, что раз я уж печатаю быстро и всякую хрень, как в том анекдоте. Ну, вот такой вот простой, собственно говоря, сервис. Мы его перенесем вот таким вот образом. Ну и, собственно, как из этой штуки сделать теперь тот самый плагин. Ну, во-первых, есть definition. Давайте его назовем greeting definition вот таким вот образом. Перену его. И здесь мне нужно сделать override. Ну, смотрите, во-первых, у меня есть сервисы, мне их нужно зарегистрировать. Это делается, на самом деле, очень просто. Нет, не так. Builder.services add, ну давайте сразу scoped, и добавим сюда тот самый, собственно, iGreetingService, запятая iGreetingService, его имплементация, вот это берем, и теперь мне нужно еще в этом сервисе, наверное нет, ну хотя давайте добавим, почему нет, давайте компилируем эту штуку для начала. Ctrl-Shift-B. И раз у меня есть сервис, я могу это все выгрузить. У меня есть быстрая кнопка, которая откроет приложение папку. Я заберу отсюда вот этот вот плагин lib. Надо было его, конечно, назвать greeting, но ладно, неважно. Я его скопировал. Теперь мы перейдем в плагины и вставим эту папку, в эту папку этот самый плагин. Теоретически можно настроить какой-нибудь
билд-эвент, который после успешной сборки отправит, ну, там, скопирует папку или еще что-то типа этого, но я пока в ручном варианте. Ну, и смотрите, раз у меня есть такая штука, мне нужно, чтобы эта гадина, в смысле, это приложение, собирала у меня не только в этом приложении, но и модули. Вот в чем заключалась моя доработка. Я здесь делаю plugins, это моя папка называется так. Ну, давайте запустим. Теоретически я хочу увидеть, что у меня плагины собраны. Для этого нужно посмотреть вот сюда. Так, с 2 пока. Ага, смотрите, я сделал сборку, которая якобы должна была здесь появиться, она не появилась. Давайте вернемся назад, и вот почему. Я создал greeting definition, и мне нужно сказать, что этот модуль является экспортируемым. Для этого мне нужно написать true. И теперь эта сборка. Ну, кстати, надо сказать, что давайте до конца уже пробежимся по всем. Есть enable, то есть это то, что отключит, если вы скажете enable false, то этот definition не подключится. Ну, например, допустим, у вас для публикации на Windows хостинге нужно, чтобы эта сборка работала, а для публикации, допустим, на Nginx нужно, чтобы не работала, или наоборот. Поэтому enable, disable можно здесь варьировать. Order index, она как раз скажет, в какой очередности должны плагины запускаться, иногда это может потребоваться. Но, собственно говоря, тот, который я сделал, override export, я сказал, что эта сборка должна быть экспортирована. Я снова пересобираю проект, который, кстати, вообще может заниматься другой командой или еще как-то разрабатываться в другом месте, в другой стране, если хотите. И здесь я опять снова собираю эту сборку, перехожу в плагины, Ctrl-V, да, заменить. Я запускаю снова приложение. Ну и где наши плагины? Смотрите, теперь у меня плагинов 3, и один из них находится в greeting definition и assembly. Тут, в общем, смотрите, подключилось, и он enabled, очень на самом деле удобно. Как теперь его использовать? Если учесть, что у меня нет никакой информации о том, какой интерфейс мне нужно дернуть, теоретически я могу сделать и дергалку, если хотите, то есть endpoint в той сборке, которая будет его дергать. И это на самом деле тоже очень просто делается. Ну, greeting. End point. Давайте его создадим. Опять же, здесь все по общему сценарию. Up definition. И здесь я хочу сделать override. На этот раз это будет application, и здесь у меня теперь есть app. Я могу сделать map get, здесь задать URL, здесь задать какой-нибудь контекст, и это будет как раз то, что и будет являться приложением. Ну, например, мне нужно здесь сделать inject, ну, давайте сделаем iGreeting service. Давайте так вот, greeting service, и здесь я могу браузер greeting service say hello, и мне здесь нужен username. Но если мне username нужен, давайте сделаем http контекст напишем, да, хочу. Ну и здесь у нас по идее var user будет равен контекст, user, ну, он у меня может быть и null, identity, name, и здесь нужно сделать вот так, и сказать, что если у меня user, в противном случае сказать anonymous, ну, то есть в хорошем смысле anonymous, да? Вот, ну, и опять же, давайте пересоберем проект. Откроем папку, найдем эту самую новую сборку, Ctrl-C, перейдем вот сюда, Ctrl-V, заменить и запустить. Да, я не указал, я поспешил и не указал путь, ну поэтому он здесь как бы у меня показался не как путь, а как не путь, вот так вот. Давайте здесь укажем какой-нибудь greeting, вот такой, еще раз соберем проект, откроем папку, по-быстрому скопируем сборку, закроем папку, перейдем в другой проект, Ctrl-V, заменим.
Ну и вам видно, что у нас появился просто новый ниоткуда метод. Я нажимаю execute, и у меня где-то здесь ничего не видно. Я, наверное, все-таки не вернул, потому что спешу, да. Ну, конечно, return вот так вот должно быть. Ну и опять же, я могу сюда прокинуть тот самый. Ну, давайте я вот так сделаю по-красивому, чтобы увидеть, что это действительно работает. iLogger. Вот он, iLogger, greeting, это уже endpoint, logger, вот таким вот быстрым способом. И здесь напишем logger, log information, ну пусть будет user. Давайте еще раз берем проект, откроем его. И скопируем сборку. Здесь нужно остановить проект. Ctrl-V. Допустим, еще раз. Вот, смотрите, на самом деле таких плагинов может быть много. Они могут разным образом сюда попадать, в эту папку плагинов. Например, загружаться там удаленно. Ну, вот видите, Hello Anonymous. И здесь тоже в консоли это вот выведено. То есть сборка работает, и, в общем-то, ничего не мешает, собственно говоря, делать таких сборок пачку, которые будут обособлены, делать какую-то важную операцию. И самое смешное, что это можно использовать в микросервисной архитектуре. И, допустим, есть некоторые сомнения о том, что мой проект где-то в какой-то момент как-то очень сложно отладить, или, собственно, как-то проверить, что он работоспособный, потому что это все-таки сборка, а каждый раз копировать не очень удобно, и поэтому перейдем к следующему типу плагинов, который называется... Да-да, именно Web API Type. То есть мы создали плагин Shell, в котором будем подключать все плагины, а сейчас при помощи, ну, той самого шаблона проектов мы создадим еще один Web API, в котором добавим какой-то definition, который будет являться плагином для нашего shell. Итак, kalabonga.plugins, ну пусть будет web API, ну пусть будет просто web API, на самом деле не важно. Ну давайте тогда вот так вот, плагин, вот. И у нас появился такой же, как и был проект для Shell, в нем все то же самое на самом деле. Здесь есть уже какие-то definitions, чтобы стартовал этот проект. И есть какие-то endpoints, которые тоже, чтобы проект стартовал. В общем, давайте создадим еще один какой-то definition, пусть он называет... Так, у меня там в папках лежит, да? Ну давайте сделаем в папке. Пусть он называется, давайте так, он пусть загружает какой-то текст из какого-то файла, путь который ему нужно дать. Вот, ну, вот такая вот сумбурная конструкция. И для этого его назовем файл content loader definition. Пусть так называется на самом деле. Definition, конечно, опечатался. Давайте переименуем, чтобы было все красиво. Здесь опять же app.definition. Соответственно, здесь нужно override. В данном случае мне нужно что? Ну, мне нужен опять сервис. Давайте здесь его создадим. builder.services add scope. И пусть он называется так. File Content Service, пусть будет вот так вот. И я создам такой же реализацию, только без I, вот таким вот образом. Теперь мне нужно создать этот сервис. Допустим, возвращать мне будет строку, пусть это будет load какой-нибудь контент. И мне нужно сюда передать string, это будет pass, ну, в смысле путь до файла. Так, ну и теперь мне нужно сделать имплементацию этого сервиса и здесь сказать, если файл exists,
давайте вот так, если он есть по этому пути, тогда мы, так, нам нужно сюда файл или путь целиком, ну, давайте, ну, пусть будет только название файла. Нет, пусть мы сюда будем передавать весь путь, чтобы не искать. Мы проверим, что если файл находится в этом месте, то мы вернем и допустим file.readAllText и pass вот таким вот образом, по-простому. В противном случае сделаем return string empty, этого достаточно. Чтобы не усложнять ситуацию, это, наверное, самый простой вариант. Ну и опять же, смотрите, почему у меня эта штука будет в отдельной папке. Это вопрос про Vertical Slice Architecture. У меня здесь будет какой-нибудь файл, контент. Ну вот я вот так это обычно делаю. Это перенесу сюда. И вот это я могу теперь сделать вот так. В общем, видно, что у меня есть definition, есть какой-то файл контент, то есть какая-то фича, да, которая может делать мое приложение. И здесь definition, который ее определяет, и все, что нужно, чтобы эта фича запустилась. Ну, в данном случае это пока так. Смотрите, я зарегистрировал, теперь мне нужно, чтобы мой сервис это каким-то образом выполнил этот загрузку файла. Да? Для этого мне нужно что? Ну, пусть будет опять override, пусть будет application, пусть будет app.map, ну, пусть будет get в очередной раз для простоты, запятая, здесь будет какой-то сервис. Ну, давайте сделаем сразу заголовок load, какую-нибудь дату, например. Сюда мы прокинем iFile Content Service. Я вот так вот назову File Content Service. И здесь, соответственно, нам нужно сделать var data равно File Content Service load content. Нам нужен pass. Ну, смотрите, на секундочку остановлюсь. Речь вот о чем. Я создал iFile Content, как в предыдущем модуле, который назывался Greeting Service, но я могу использовать в этой сборке так называемую библиотеку контрактов, то есть все интерфейсы вынести в главную сборку, а потом здесь установить, допустим, NuGet пакет, который будет браться все вот эти мои namespace, все мои интерфейсы, которые в этом конкретном месте будет имплементация. То есть, другими словами, если вы, давайте немножко порисуем, я думаю, что это можно сделать, у вас есть один основной проект, в котором как раз вот этот shell работает, где вот эти вот модули загружаются и все такое. У вас есть какой-то проект, который является, ну, так называемым контрактом, здесь как будто бы контракт написано, который референсом попадает на этот доку. И, соответственно, здесь только интерфейсы, а есть вот те самые кубики, которые реализованы как модули, на них тоже может быть ссылка для этих контрактов. То есть интерфейсы приходят из этой сборки, а реализация находится непосредственно в каждом из сервисов. Таким образом, я могу ссылаться на то, что у меня будет. То есть я могу в конкретный метод конкретной сборки заинжектить этот контракт, который находится в библиотеке контрактов, а реализация его находится здесь. Таким образом, через injection я получу реализацию из этой собственной сборки. Ну и, соответственно, там нужно делать обязательно проверку, что реализации может не быть, или там реализация равно null, ну и так далее, и тому подобное. То есть вынести отдельный функционал можно в любой момент и реализовать его в любом сервисе. Более того, реализация одного и того же может быть разными способами. В общем, я думаю, что вы понимаете, о чем я говорю. Так, мне нужен пас. И таким образом, давайте будем иметь в виду, что нам сюда будет прилетать только... Ну, смотрите, у нас сюда прилетает... Давайте сделаем правильно. Здесь будет не пас, а здесь сделаем файл name. Да? Ну, чтобы быть правильным в нейминге, будем все-таки правильно называть. Здесь у нас приходит файл name, а вот здесь нам нужно получить тот самый пас, который мы... то есть у нас нужно, чтобы еще была информация о том, где конкретно лежит этот файл. Теоретически это сделать очень просто. Ну, во-первых, давайте сделаем это public. Здесь создаем конструктор. Мы напишем I, web, hosting environment, environment. Здесь, ну, давайте вот таким вот образом его
создадим. И здесь будем говорить, что у нас пас до папки, тот же самый там pass.combine. Здесь нам нужен подчеркивание environment. Здесь нам нужен контент rootpath, то есть мы знаем, где находится это. Дальше у нас, ну, возможно, нам сюда, давайте вот так вот тоже добавим string folder, folder name. Вот таким вот образом я сделаю. Но это к тому случаю, чтобы можно было указать конкретную папку, где лежит этот файл. Ну, я вот сделал вот так вот folder, и нам нужен... Вот это у нас path будет, а файл exist, ну, давайте файл path вот так вот сделаем. Можно, конечно, сюда добавить, давайте тогда вот так и сделаем, чтобы не лохматить бабушку. Я сюда сделаю файл name, а здесь будем проверять уже путь. И если этот путь есть, ну, вот таким вот образом. Ну да, давайте сделаем красиво. Это будет более эффектно выглядит. Ну ладно, не важно. Закроем эту гадость. И вот здесь вот нам нужно сюда дать тот самый пас, и он откуда-то должен приходить. Теоретически я могу его получать, собственно говоря, из папки. Ну, в моем случае это папка plugins, пусть будет на самом деле. А файл name, ну, опять же, я даже эти параметры могу получать, допустим, из конфигурации, да, то есть я могу создать вот такую штуку, которая options, такой какой-нибудь app settings, который будет загружаться в настоящем проекте, а получать его буду здесь. Ну, тут пока на самом деле не важно, куда я буду получать эти параметры, оставим пока вот так, как есть. Ну и название файла у нас будет вот так, plugins, допустим, plugins, ну пусть будет txt, конечно же, и мы будем эту информацию выводить, опять же, пусть будем выводить за e-blogger, и, собственно, как раз результат действия этого метода. Так, это у меня definition. Так, ну, во-первых, я могу разделить, смотрите, почему здесь у меня definition, это как раз вот definition. Теоретически было бы неплохо сделать новый definition, потому что их количество нифига не ограничено, но для соблюдения endpoint, для соблюдения convention, вот это должно быть в другом месте, чтобы я точно знал, что у меня есть endpoint'ы, а это и есть endpoint, и есть definition'ы. Ну, можно, опять же, оставить все в одном месте. Ну, это как бы на ваше усмотрение. Blogger, здесь скажем blogger.loginformation, да, это то, что будет загружено. Ну, да, наверное, так. И return data, вот таким вот образом я сделаю. Вот. Ну и теперь получается, что у меня теперь два definition, и я теоретически оба их должен сделать экспортируемыми. True, и соответственно этот у меня тоже должен экспортироваться. Ну, можно, конечно, в одном месте все это выпенить. Ну, теоретически я могу запустить их в этом проекте. У меня сейчас это будет работать прямо здесь. Но единственное, что я папки plugins не найду. Где мой? Вот там. Weather forecast — это то, что уже было в том плагине, это не shell. А здесь у нас уже есть тот load data, сейчас он свалится, потому что мы папку не нашли, пустая строка, отлично. Давайте здесь установим проект. Ну, то есть я к тому веду, что теперь я могу тестировать этот плагин, plugins, пусть называется еще plugins.txt. Вот у меня папка с плагинами, здесь будет какой-нибудь супертекст, не знаю, неважно какой, который мы будем выводить. Вот он появился, нажимаю сохранить, запускаю. Еще раз load data, показать. Ну и как видите, он загрузился и отработал. В общем, я считаю, что плагин готов. Единственное, что мне нужно переключиться в релиз. Напоминаю, что сборки, которые DLL-ки, желательно шарить в формате, ну то есть компилируемым как
релиз, потому что это влияет на их производительность как минимум, не говоря же о том, что просто некоторые приложения просто могут не пропустить вашу сборку, она будет заигнорирована. Релиз, мне нужно вот это где, WebDLL. Да, я могу ее взять, у меня же это сборка. Теперь могу вернуться в свой проект, который называется Plugins Shell. Вот, вы видите, вы плагин Shell. И, собственно, мне нужно теперь в Plugins создать какой-нибудь файл. Ну, в данном случае Plugins .txt. Пусть здесь опять будет какой-нибудь супер экстра мега длинный текст. Ну, как-то вот так вот я быстро печатаю. Да. Быстро. Давайте еще вот так вот сделаем. Вот. Я его закрываю. Мы его запускаем. У нас вот здесь вот должно быть написано, что... Вот, смотрите, что случилось. На самом деле, мне говорит о том, что weather forecast дублируется в нескольких вариантах. И здесь как раз вот я специально так сделал, чтобы можно было увидеть, что у меня вот один weather forecast, вот второй weather forecast, вот еще третий forecast, ну, в общем, один из них, конечно, не finish, но два endpoint говорят о том, что у меня есть два метода с одним и тем же. Ну, это на самом деле единственная проблема, с которой вам придется столкнуться, то есть называйте их должным образом, и это на самом деле, ну, некоторые нюансы вносят в разработку с плагинами. В любом случае, всегда можно где-то что-то промахнуться и сделать то же самое. Что здесь самый простой вариант? Ну, во-первых, самый простой способ удалить эту штуку. Давайте для начала вот как сделаем. Есть возможность при генерации слагером вот этих самых экшенов обратиться, ну, к его возможностям, которые у него, собственно говоря, есть. Это первое, это resolve conflict action, то есть когда совпадают маршруты, экшены, когда полное совпадение, тогда теоретическое можно как бы вот эти вот... Ну, нет, они называются Action Description, ну вот, Action Descriptor, да, если его взять как параметр, то вот здесь у вас будет пачка параметров, и теоретически вы можете взять здесь Action Descriptor First, потому что их здесь будет пачка, вы можете его забрать, ну, вернее, это сделать. Вы можете вот здесь сделать свою какую-то кастомную обработку, добавить там какие-то нюансы, ну, если вам прям нужно взять и склеить там несколько, как называется, API, у которых разные дефинишены, можете там разным образом их называть. В общем, здесь это можно разрулить, я этого делать не буду, просто знаете, что так можно. Второй вариант, как я сказал, можно всякими настройками, которые здесь вот есть у Open API, то есть добавить with group name, ну group name что-то не получилось, как-то не работает, честно говоря, до конца не разобрался, но зато работает теги, да, там можно поместить их. Но опять же повторюсь, все это для того, чтобы Swagger сгенерировал, ну, свой Swagger, так сказать, UI. Но с точки зрения банального эдиции это может не помочь, потому что если явно совпадает по нарушающей концепцию или там конвеншн по формированию REST сервисов, в том числе API, то здесь нужно как бы самый простой вариант. Ну вот в моем случае это, наверное, самый простой вариант. Я вот это вот все делаю вот таким вот образом. Ну, во-первых, мне не нужен этот endpoint вообще, в принципе. Во-вторых, мне не нужна entity. И я, наверное, сделаю вот этот вот класс, вынесу в отдельный файл endpoint, у меня, чтобы не пустовали, сделаем сюда, вот это вот не нужно, откомпилируем. Теперь это можно запустить, но не в дебаге, а без дебага. Да, вот она, этот load data, этот исчез, вот она загрузила данные. Теперь я могу это как модуль отправить в мой shell, в мой проект, где это собственно будет использоваться, так это мне не нужно. Вот Мишел, Ctrl-V, заменить эту сборку, которая конфликтовала. И теперь теоретически я могу запустить. О, у меня теперь конфликтует другая LoadData и LoadData. Ага, ну вот, смотрите, есть некоторые нюансы, да, использую LoadData, у меня раскидано по двум файлам. И, в общем, вот в этой концепции пока не работают. Я надеюсь, что это когда-нибудь у меня сработает. В общем, я про то, что пока эта сборка еще в процессе доработок, вот так у
меня тут что-то поломалось, а вот endpoint, здесь должен быть definition, shift 5, собрался, открою проект, снова заберем отсюда DLL-ку, это больше не нужно, Ctrl-V, вот, теперь попробуем запустить. Ну и как видите, все собралось. В общем, definition, который приходит из другого сервиса, он должен быть в одном файле. Почему? Потому что, вот я зря не показал в прошлый раз, она его считает как отдельный файл. То есть вот файл contain definition, и все, что в нем было, то есть получилось, что она два раза добавила один, и ну, то есть первый раз добавила definition, второй раз endpoint, а когда они стали в одном файле, тогда она добавила один раз на каждый из них. В общем, это вот таким вот образом сработало. Теперь у меня definition 6, среди них один контент. И, ой, закрывать не будем. Вот он, load data, я нажимаю. Ну и как вы видите, мы прочитали то, что, собственно говоря, у меня было в файле plugins. В общем, вот какие нюансы использования этой штуки. Ну, я надеюсь, что в будущем я эту сборку допишу, доделаю, и она будет работать немножко по-другому. Ну, в общем, будет понимать такие нюансы, будет считать количество использования, может быть, как-то будет разделять, может быть, скорее всего, придется разделить up definition и endpoint definition. Ну, в общем, я пока вот делаю, как делаю, это, как вы видите, работает с некоторыми оговорками. Ну и в общем-то, на самом-то деле-то больше-то мне и показать-то нечего. Я показал то, что хотел. Я на самом деле прошу вас, ну, как минимум, прокомментировать то, что вы увидели, насколько это полезно, удобно, имеет ли смысл дальше это раздувать. Еще раз покажу, что есть Nuget пакет, который называется AppDefinition, из которого, собственно говоря, вот эта вот штука вся и собирается. Вот он. Вот, и более того, есть на базе этого Nuget-пакета другой Nuget-пакет, который называется Template, из которого собраны, собственно, проекты. То есть, теоретически, вы можете установить себе это и использовать вот по такому принципу, как сделал я, используя через шаблон. Ну и, наверное, на этом все. Я с вами прощаюсь. Вам всего доброго и пишите правильный код.